Поехали. Всем привет! Вы на канале Мисс Хав-Хав. Сегодня мы будем открывать вот такую собаку Чичилав. И смотрите, как я ее сейчас открою. Сейчас я все проволоки порву здесь, и мы достанем. Так. Ну, вроде я больше не чувствую проволок. Вот. Вот какая собачка Чичилав. Вот здесь должна быть коробочка. Ее здесь нету. Но все равно. Главное, что собака вся красивая, цела. И вот какая она красивая. Давай посмотрим, как она может сидеть. Вот так она может сидеть. Но стоять вы уже, ой, знаете как. Вот она может еще вот так прогнуться. Ну вот так еще. А давайте теперь попробуем, как она будет есть. Хорошо, жди. Ой, ты только не падай. Хорошо. Сейчас. Вот ты же меня снимай здесь. Собака, здесь меня снимай. Так. Вот. А теперь посмотрим, что она будет. Так, молочко наливаем. Вот здесь это для молока. А теперь вкусную еду. Смотрим, как она к ней будет обращаться. Ой, не падай. Падай, мне тебе надо будет мыть потом. Вот все. Так, пока собачка нам не нужна. И посмотрим. Как она будет обращаться к еде? Это я наелась. Хочу попить. Все. Ага. Вот видите, сколько она хотела поесть? Так. Надо это на потом. А молочко сюда. Тарелочки надо. Только где мне их помыть? Ну, лучше потом помою. А сейчас поиграем с Чичилав. А вы знаете, что я с ней буду делать? Конечно же, погуляю. Сначала с ней погуляю. Она должна привыкнуть к воздуху. Ой, не падай, пожалуйста. Хорошо. И всем пока-пока.